Сегодня у Гомеля урочисто открыли реконструированный детский ясли-сад номер 45 у Новобелецком районе. 2 вересня установа отчинит свои двери для 80 выхованцев. Места предоставлены одразу в 4 взрослых группах. Тому садок примет не только новичков, але и тех, кто протягивает дошкольную адукацию. С подробностями Евгения Кухаронок. Будинок номер 8 по улице Международной, ведомый горожанам. У 1962 году тут открыли дитячий сад. Миновало 45 годов, и в связи с погоршением демографической ситуации установа оказалась незапотребованной, и ее передали у подначаление соседней поликлиницы. Сучасное забудование Новобелецкого района, тут сегодня одразу 3 новые микрорайоны, примусило улады переглядеть приоритеты и реконструировать будинок снова под выховавшую установу. В этом году мы уже вот буквально пару месяцев назад ввели детский сад в 104-м микрорайоне этого района Новобелецкого. Сейчас вот этот 45-й детский сад. Ну, здесь было проще, потому что это был типовой детский сад, который в свое время был перепрофилирован, а теперь, в принципе, с небольшими довольно затратами все это вернулось на круги своя. В целом по городу мест дошкольных учреждений хватает. Но это как раз температура средняя по больнице. На самом деле в отдельных микрорайонах, в первую очередь в микрорайонах-новостройках, есть дефицит. И, конечно, все ближайшие годы мы вместе с руководством облсполкома, такое решение уже принято, будем усилия направлять именно на решение этой проблемы. Святочное открытие установы сопровождалось яскравыми номерами. Не обошлось и без подарунков. Петр Кириченко вручил загадчику ясли-садка грошовый сертификат на 2500 рублей для набытия спортивного и гульнового обсталявания. Перерезанная стужка и аплодисменты шановные гости накировались на огляд обновленного дитячего садка. Доведома вся мебля белорусской вытворчести, усталяваны сучасные аудио и видеотехничные сродки у музычной зале, мается весь необходимый спортивный инвентар. Уличные пляцовки оснащены горками, орелями, пясошниками. Тут же створена специальная зона для навучания детей правилам дорожного руху. Нам завезена посуда, столовые приборы, постельное белье, мягкий инвентарь, производственное оборудование, детская игровая мебель. Открытие нашего детского сада дает возможность около 30 рабочих мест. На территории расположены площадки для всех возрастных групп с теневыми навесами. Усяго зараз у Гомелі працює 129 дошкольних установ. Сёлета їх вихованцями стануть 24 300 дітей. Євгенія Кухаронок, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».